Добрый день. В эфире программа «Дневной разворот». В студии Анна Лапшина. И Светлана Занько. Всем здравствуйте. Программа идет в записи. Записываем мы ее 6 числа. Выходит она 8-го. Поэтому всех с праздником, уже наступившим, получается. И у нас сегодня очень важная тема, замечательная, которую нам предложила Елена Лянгузова, соучредитель общественной организации «Родители детей инвалидов. Дорога и добра». Лена, добрый день. Добрый день. Дело в том, что вот в день, когда мы записываем эту программу, как раз на территории, в замечательном доме этой организации, проходит семинар. Семинар важный, но семинар ведут гости, которые в Кирове не живут. Вот поэтому мы в записи эту программу. Гости из Петербурга, да, к нам мы приехали. Мы в записи эту программу делаем. И я думаю, что гостей представят совместно Аня и Лена. Если мы что-то не скажем, Лена просто не скажем, Лена просто дополнит. Ну, я сначала просто вот по основным таким должностям пройдусь, а там уже в ходе эфира наши гости будут дополнять и о себе, может быть, рассказывать. Ну, во-первых, это Екатерина Таранченко, исполнительный директор благотворительной общественной организации «Перспективы». Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Светлана Мамонова, директор по внешним связям и взаимодействию с государством благотворительной общественной организации «Перспективы». Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Да, и Александр Шулаков. Александр не из Петербурга, Александр из Кирова. Он координатор волонтеров «Дорога и добра», работающих в отделении милосердия детского дома-интерната «Родник» в Мурыгино. Мы о волонтерах в Мурыгино рассказывали неоднократно в наших эфирах. Александр, здравствуйте. Добрый день. Ну, я просто вот не помню, Сашу, вы приходили к нам в эфир? Нет, это премьера, да. Ну вот все, теперь познакомились, теперь понятно. Два человека из Санкт-Петербурга, два человека Святки. Отлично. Итак, большой семинар, который 5-6 числа в Кирове проходил. Лен, наверное, лучше вам передать слово, что это был за семинар, в связи с чем собирались гости. Да, и можно пару слов вообще о перспективах, почему здесь и почему мы так дружим. Когда мы начали нашу волонтерскую историю в интернате, первое, кто нам оказал поддержку, у кого мы учились 2 года назад, это были перспективы. Мы ездили в гости на стажировку, и все, что мы увидели, мы захотели реализовать здесь, в Кирове, и, надеюсь, уже многое, что у нас получилось. То есть вот такую визуальную картинку, то, чего должно быть, мы увидели впервые у вас. А семинар, двухдневный семинар, и он первый в череде семинаров, которые будут проводить «Перспективы» у нас в Кирове, посвящен взаимодействию органов власти, государственных организаций и волонтерских НКО в вопросах помощи людям с особенностями развития и в интернатах, и в семьях. И я передаю слово нашим коллегам из Петербурга. Светлана, Екатерина? Ну, если Светлана. Можно, да, Светлана, если можно, просто мы-то знаем, и очень многие в России знают, но я не уверена, что в Кирове все знают, а что такое благотворительный фонд «Перспективы», правда? Организация. Поэтому, да, поэтому, пожалуйста, расскажите пару слов об этом. Ну, да, хорошо, я начну, ну, про перспективы можно говорить очень долго, поэтому вы останавливаете, когда истечет время, и, возможно, Катя что-то захочет добавить. Благотворительная организация «Перспективы» вот уже 22 года занимается тем, что ежедневно приезжают волонтеры в интернаты, в Павловский детский дом, интернат для детей с отклонениями умственного развития, психоневрологический интернат №3 для взрослых людей с тяжелой инвалидностью. Туда приезжают волонтеры каждый день, сотрудники, специалисты, для того, чтобы помогать, поддерживать, дополнять ресурсы учреждения там, где их не хватает. И наша организация, она обязана своим созданием гражданке Германии Маргарете фон дер Борг. Это молодая девушка в 1995 году, ей тогда было 25 лет. Она случайно оказалась в Павловском детском доме-интернате и увидела жуткую картину, когда у детей, которые там жили, не было игрушек, были пустые комнаты, дети лежали на клеенках, даже нижняя их часть не была одета, просто на голых клеенках, чтобы не менять одежду. Мыли детей одной тряпкой, вот так по кругу шли, из одного ведра обтирали просто и мыли достаточно редко. И тихий час продолжался целый день. То есть это такой нескончаемый тихий час с перерывами на завтрак, обед и ужин. И Маргарета не смогла оттуда уйти, и так мы были созданы. Она начала активную деятельность, привлекала немецких специалистов, волонтеров. Потом присоединились российские специалисты, и
перспективы, ну, буквально там каждый год развивались, росли, росли, росли. В 2000 году мы пришли за нашими выпускниками детского дома, которые после 18 лет переводятся во взрослое учреждение в Петерговский интернат. Там открыли мастерские для самых слабых ребят. Там наши волонтеры и педагоги работают на двух отделениях для самых тяжелых ребят. Ну, а чуть позже, в начале 2000-х годов, была создана семейная поддержка, и мы решили сделать все, чтобы дети не попадали в эти ужасные учреждения, потому что, как бы там ни было, даже самое хорошее учреждение, оно не заменит семью, не заменит дом. И мы открыли центры поддержки семьи, центры дневного пребывания для ребят, чтобы родители могли продолжать активно заниматься обычной жизнью, работать. Открыли маленькую гостиницу, гостевой дом, куда родители могут отдать ребенка с совершенно любыми нарушениями поведенческими. Вообще от них все отказываются, мы берем. У нас нет никаких таких критериев. Это временная такая история. Да, есть, иногда родителям просто нужно даже на месяц пойти полечиться, пролежать в больнице, сделать операцию, а иногда просто поехать отдохнуть с семьей, потому что, ну, тоже никуда мы не денемся от выгорания родительского, когда, ну, невозможно, да, бесконечно 24 часа находиться рядом с ребенком, нужен отдых, передышка. И также кризисная поддержка семьям у нас оказывается. И вот несколько лет назад мы пошли еще дальше. Мы создали проект «Дом сопровождаемого проживания» в деревне Раздоле Ленинградской области. Начинали мы его, не имея ни копейки денег, мы только смогли купить землю в Ленинградской области. И наш президент нашей организации Мария Островская, которая как раз инициатор этого проекта, она вот, как Петр I когда-то, сказала, вот здесь будет дом, здесь все и будет. И мы стали искать деньги, и вот с помощью жителей Раздолья, простых обычных граждан, благотворителей, мы построили себе дом и открылись там. Сейчас живут 7 ребят, четверо из интерната, трое из семьи, которые имеют совершенно разные нарушения. Кто-то больше интеллектуальный, кто-то больше физический. Они друг друга поддерживают, помогают. И на самом деле это такой прорыв. И мы вот приглашаем всех на стажировки к нам и для того, чтобы все-таки такие модели тиражировались, потому что... Но мы все помним, наверное, конечно, особенно слушатели «Эхо Москвы» в Кирове, вот, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в 2017 году дал распоряжение после встречи с представителями НКО о том, что необходимо развивать групповые формы сопровождаемого проживания по всей стране. И вот таким образом интерес к теме стал ощущаться во всех регионах. И стали такие практики, которые реализуем мы, достаточно востребованы в регионах. Вот. И мы очень надеемся, что и в Кирове тоже будет больше таких проектов. Мы готовы их поддерживать и приглашаем в гости. Екатерина? Да, я бы добавила еще, у нас есть таких два важных направления деятельности у перспектив, тоже довольно старых. Я вот представляю одно из них, это правовое направление правовой помощи и сопровождения ребят, которым мы помогаем. У нас уже, наверное, около 7-8 лет существует вот такая программа. Наши юристы консультируют ребят, подопечных или их родителей, семьи волонтеров по поводу того, какие у них есть права, помогают отстаивать свои права, когда есть какие-то вопросы или проблемы. И это тоже такое очень важное направление. И главное, что мы консультируем ребят и в интернатах, в психоневрологических интернатах. Раньше как бы там вообще была мало доступна людям информация вообще о правах, о том, на что они имеют право и на что нет. И люди там довольно беззащитные, а нарушений прав много. И вот это, ну, мы гордимся тем, что мы, ну, нам удалось войти в интернат, да, и начать разговор с людьми о том, на что же они имеют право. И это дало тоже сильные подвижки вообще вот в этой сфере, в интернатах. И сейчас, ну, в Санкт-Петербурге наши телефоны юридической службы знают во всех интернатах, и мы в постоянном контакте. Я думаю, что это сильно продвигает ситуацию. Вот я тоже хотела спросить, как вас туда пустили, в интернаты? Но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже, после небольшой полуминутной паузы. Продолжаем разговор. Это программа «Дневной разворот». В студии Анна Лапшина и Светлана Занько. И наши гости Елена Лянгузова, Александр Шулаков, Екатерина Таранченко и Светлана Мамонова. Но мы
прекрасно помним, Лена, как вы заходили в детский интернат в Мурыгино, как раз предназначенный для ребят с ограниченными возможностями, с безграничными возможностями, как вы говорите. И тогда было очень много сомнений, тревоги. И несмотря на то, что вот этот разрыв 90-е и да, 10-е годы этого века глобальный, даже в этих учреждениях, тем не менее, сомнений было много. Особенно сложно было, потому что там ребята были уже, ну, очень много было взрослых достаточно, да. И до 35 лет, по-моему, это, там да, ребята, немножко, да, немножко была другая специализация. Вы все-таки росли вместе со своими собственными детьми, они были еще тогда невелики. Малышами они сразу, были. А вы сразу зашли на таких довольно взрослых. И мало того, вы работали активно с преподавателями и стали привлекать волонтеров. И, честно говоря, казалось, что эта работа займет ну, вот просто годы. И что люди в волонтеры не особенно пойдут. А вот мы видим одного из представителей здесь уже молодого совершенно поколения, который оказался втянут в эту работу. Я просто знаю, что нам нужно будет Сашу отпустить пораньше, поэтому слово сейчас ему. Саш, пару слов. Как пришли, да, в «Дорогу добра», как стали волонтером, что это для вас? Пришел так, что, ну, скажем так, по зову сердца. По зову сердца. Вот. Решил стать волонтером, решил делать добро, дарить людям счастье, радость, любовь. Это был первый проект, в котором я принимал участие как волонтер. И, в принципе, он мне был очень интересен. Я помню свои первые поездки, первые ощущения. Они были очень смешанные, да. Это было своего рода и радость за ребят, потому что я могу им уделить время, я могу им уделить внимание и могу стать значимым взрослым, то есть другом. Вот. С другой стороны, было разочарование от того, что я видел, что происходило вокруг меня. Но с тем, как проходило время, я занимался с ребятами и видел действительно очень интересные, значимые изменения. Я видел, когда ребята, с которыми я начинал заниматься, изначально просто лежали. Спустя какое-то время они начинали уже делать первые шаги. Потом мы начинали уже вместе бегать, прыгать. Сейчас активно занимаемся, развиваемся, играем. И я понимаю, что этому нет предела. И вот действительно та вся система, которая была до прихода в интернат, она, скажем так, была угнетающей для самих детей, для тех, кто находился в этом интернате непосредственно. Сейчас же мы предоставляем большое количество и качественных услуг для этих детей и делаем их жизнь лучше. И у детей возможность появилась к вам в гости. Есть у тех детей, которые могут покидать стены родника, да, ездить, они к вам в гости выезжают, насколько я знаю. Все верно. Вот это интересная такая ситуация, потому что действительно мы переходим из состояния государства «все должно и обязано», и пускай они сделают, как хотят, но сделают, до того уровня, когда не только уже какие-то организации и НКО, но и просто вот люди, да, кто слышит, кто узнал, любой человек может прийти и поучаствовать в этом процессе и получить колоссальную отдачу, потому что вот очень проникновенные сейчас были слова о Саше. Отдача прежде всего для самого себя, правда, потому что, конечно, вы дарите добро этим людям, но и сами тоже перерождаетесь практически. Да, все верно. Вот. И семинар, который вы проводили 5-6 числа, он и был предназначен не только для НКО, для представителей власти, учреждений различных, но и абсолютно для широкого круга желающих как-то проявить соучастие, не сочувствие только, а соучастие вот в этой сфере. Вот это важно было отметить. Давайте к самому семинару перейдем. Какое количество людей удалось собрать, Лен, пару слов? Ну, для нас было вообще неожиданно, что в двух днях участвовало больше 60 человек. То есть такой интерес. И еще одна неожиданность для нас, что мы в наших стенах познакомились с волонтерскими организациями Кировской области, которых мы до этого не знали. То есть для этого нужно было из Петербурга приехать коллега, чтобы мы с ними встретились и наладили какие-то отношения, какие-то контакты, да, и дальнейшую деятельность. Это тоже очень приятно. Первая часть семинара была именно о волонтерстве, о формах волонтерства, о волонтерстве в организациях, которые занимаются семьями с детьми с особенностями развития и взрослыми, и о волонтерстве в интернатах.
А сегодняшний день он был о взаимодействии с органами власти, о юридических вопросах. И я думаю, что да, Катя вот хочет добавить. Да. Елена, я только уточнение сделаю небольшое. Можно? Много ли было чиновников или представителей вот государственных учреждений из этих 60 человек? Да, это тоже порадовало. Сегодня были представители из Министерства соцразвития, были директора интернатов наших и детских, и взрослых. И больше половины, мне кажется, сегодня, да, поднимали руки, кто были из государственных организаций, и соцразвития, и образования, и музеи, то есть те, кто заинтересованы в том, чтобы к ним приходили волонтеры и как-то принимали участие в их деятельности. Ну и вот тема основная, которую мы вопрос себе поставили и не озвучили сами в самом начале этого эфира, хотя так это, именно так и маркировали наш эфир. Сотрудничество некоммерческих организаций и государственных учреждений помощи инвалидам возможно, спрашиваем мы себя, оказывается, да. Ну, конечно, возможно, хотя вот вы до этого задали вопрос, как мы вошли в интернат, как нам это удалось 22 года назад. Мы так между собой шутим, но это, наверное, только доля шутки в этом, а вообще истина, что если бы они знали, вряд ли бы тогда, вряд ли бы нас пустили, но нам иногда даже это прямым текстом еще раньше говорили. Нам повезло, потому что это были 90-е годы, когда было интересно, когда это было необычно, и на нас как раз как на диковинку такое смотрели. Появились ребята в джинсах, да, готовые, молодые, зачем-то сюда пришли. Привыкли, что в интернате в основном возрастные, да, люди в белых халатах, такие вот, да, с близлежащих домов. И тут приезжают абсолютно молодые, прогрессивные. Зарплаты такие не просят. Вот. И это было интересно, да. И но, тем не менее, год за годом мы как-то вот встраивались в эту систему и становились уже, ну, действительно, где-то партнерами. Хотя вот сегодня на семинаре я как раз вела часть, которая относится к взаимодействию между государственными учреждениями и общественными организациями. И мы как раз обсуждали, что по-любому, да, какие бы ни были прекрасные отношения между волонтерами и учреждением, по-любому не избежать структурных конфликтов, потому что когда две организации на одной площадке, все равно возникает ряд бытовых споров, там спорных вопросов. И мы как раз сегодня вместе с аудиторией, со слушателями старались определить, какие же проблемные моменты чаще всего возникают между волонтерами и сотрудниками учреждения. И что меня порадовало очень сильно, что мы по каждому такому вопросу нашли пути, как эти проблемы решать. Потому что самое главное не относиться к таким конфликтам, к таким проблемам, как к тупиковым, да, и как к поводу вообще выгнать волонтеров, например, а относиться, наоборот, с позитивом и искать пути сближения и решения этих вопросов. Вот. И нам сегодня это удалось, и еще мы сегодня все вместе, всей аудиторией попытались вообще подумать и написать, а зачем же волонтеры нужны в учреждениях. И поскольку аудитория в основном состояла из сотрудников интернатов, социальных ведомств, то есть государственных таких чиновников, служащих, меня очень порадовало, что очень много плюсов от наличия волонтеров они озвучили. И закончили словом: волонтеры – это друзья, к которым можно обратиться за советом. Ура, товарищи, это прорыв. А вот я сейчас просто хотела тоже уточнить. Я разговаривала с руководителями наших психоневрологических интернатов, не только вот близких к Кирову, но и в области. И я понимаю, там для них потребность вот их в волонтерах, первое, что реализуется, конечно, это свободные руки. Когда не доходят руки у тебя на то, чтобы с кем-то погулять, кому-то там, может быть, книгу почитать, еще что, тут волонтеры приходят на помощь. Но я Екатерине не так просто задавала перед первым перерывом вопрос, когда она рассказывала о юридической помощи, да, подопечным таких интернатов, а вас туда пускают, потому что когда вы рассказываете людям об их правах, вы начинаете создавать проблемы для сотрудников учреждений,
хотя бы на уровне, что их подопечные потом ходят за ними, вот хвостиком ходят и спрашивают, а вот мне сказали, что я вот на это имею право, а ну-ка расскажите-ка. И после этого там один человек спросил, два человека спросили, три человека спросили, уже появляется какой-то негатив, да что же они тут мне мешают работать-то, вот как без них спокойно-то было, а? Перевозбудились. Да, ну вы очень точно, на самом деле, подметили, и это вот всегда, это два стула, которые всегда есть, и в этом, ну, действительно сложность, да, с одной стороны, и волонтеры, и вообще НКО, сотрудники, это большая помощь и большой такой ресурс для движения вперед, для развития, для оживления вообще атмосферы в учреждениях, и это оживление, оно нужно и самим учреждениям, конечно, там внутри, ну, довольно сложно, когда вот это, ну, вот в самом худшем виде картинку, которую мы можем представить, вот, а с другой стороны, да, это бесконечная тревога, потому что они знают, что у нас есть, ну, некоторая разница для сотрудников учреждений. Важно, чтобы все было, ну, по порядку и как вот предписано, и чтобы с проверками было все хорошо, и с бумагами все хорошо, и люди вели себя прилично, если вдруг что, кто придет. Вот, и никто ни обо что не разбился. А для нас, конечно, важен, ну, каждый человек со всеми его особенностями, потребностями, правами. У каждого куча прав и куча бед в его жизни, которые с ним случились, с которыми надо разбираться. Для этого нужны юристы, социальные работники, и в магазин ему нужно научиться ходить, и дееспособность восстановить. Естественно, ни у кого, ну, у интернетов просто нет на это ресурсов, а мы приходим и говорим, ну а как же, ну вот же есть права, и мы не можем же молчать и говорить людям, ну не говорить людям о том, что они у них есть. И вот это, ну, вся драматургия вот этого, тут, ну, как бы нечего сказать, да, бывают случаи, когда нас не пускают на отрез, там пытаются, и мы, ну, было время, когда мы со Светой там планировали там целые операции, что вот мы заходим на проходную, что мы делаем, если там прямо. Помнишь, как мы 8 часов как-то с тобой провели в стенах интерната, прежде чем мы добились своего, и нас пустили к нашему подопечному. Да, 8 просто часов. Погулять с небольшим таким, ну, парень с Даун-синдромом, он как ребенок буквально, хотя ему там был уже там на тот момент 21 год, совсем такой маленький, вот, и мы к нему вот прорывались 8 часов, беседовали просто там вот за закрытыми дверями со всей администрацией уже там, и они на нас пытались заявление уже подать там по ходу дела в милицию, что мы там насильно прорываемся, потом там мы и так далее, потом в итоге все пили чай, потом нас повели наконец-то к этому Сереже, вот, в общем, вот так, до как бы это вот, ну, до в принципе такого приемлемого взаимодействия, когда уже интернаты поняли и, ну, научились говорить правильные слова о том, что, ну да, по закону там, ну, конечно, мы вас не можем не пустить, ну и там так далее, да, какой-то соблюдает статус-кво, вот, и это все время, ну, вот такие качели, но главное, что сейчас вот уровень, ну, осознания того, что, ну, вот есть вообще эти учреждения, есть эти люди, у них есть права, они личности, что мы куда-то движемся дальше, что рано или поздно их жизнь должна приближаться к жизни каждого из нас такой же нормальной, это все уже сейчас больше на поверхности, это дает нам возможность более открыто и приходить, и говорить, и быть с людьми рядом, это очень хорошо. Ну и нужно, наверное, как добавить, что сейчас мы на сегодня сопровождаем всех наших выпускников во всех интернатах города. То есть мы зашли во все интернаты психоневрологические. В Петербурге. Да. Угу. И все-таки действительно ситуация меняется год от года, интернаты стали более открытыми. И вот то, что семинар, который мы проводили вчера и сегодня, он поддержан фондом президентских грантов, это говорит о том, что государство вообще готово поддерживать такие проекты, да, по развитию волонтерства в учреждениях, по выстраиванию вот этой вот разумной коммуникации. Ну и вообще, с моей точки зрения, не знаю, коллеги со мной согласятся, вообще в основе всех изменений качества жизни в интернатах психоневрологических лежит их открытость. И вот если интернаты будут открыты, если наконец-таки уйдет вот это вот, нам удастся избавиться от этой юридической коллизии, когда опекуном недееспособных граждан, проживающих в интернате, является директор интерната, то есть получается, что он руководит учреждением, которое оказывает услуги человеку, и он же контролирует качество этих услуг за недееспособных, то есть это полный абсурд. И сам вот, себя контролирует, да, получается. Мне кажется, очень важно сегодня сказать, мы просто собрались по такому важному вопросу, и в этот момент, в это время в Москве проходят заседания рабочих групп при Министерстве труда при формировании интернатов, куда тоже входят наши коллеги с перспектив, и вот Катя, в частности, но она
тут с вами. Вот. И сегодня в очередной раз на этом совете будем ставить, во-первых, вопрос о том, что нужно новое положение, современное положение о психоневрологических интернатах, в котором бы учитывались все современные тенденции и которое бы помогло улучшить качество жизни людей в интернатах. Ну и, конечно, мы не устаем вместе с коллегами из некоммерческих организаций всюду говорить о необходимости принятия закона о распределенной опеке, который застрял в первом чтении Государственной Думы. Пояснить чуть-чуть, что это за... Может быть, тогда Катя. Да, Катя пусть пояснит. Но только после короткого перерыва у нас реклама. Продолжаем разговор. Это программа «Дневной разворот». Анна Лапшина и Светлана Занько здесь в студии. Давай еще раз представим наших гостей для тех, кто только что к эфиру присоединился. Елена Лянгузова у нас в гостях, соучредитель общественной организации родителей детей-инвалидов «Дорогой добра». Лена знакома нашим слушателям. И наши гости из Петербурга. Екатерина Таранченко, исполнительный директор благотворительной общественной организации «Перспективы». И Светлана Мамонова, директор по внешним связям и взаимодействию с государством, также общественной организации «Перспективы». Да, я до перерыва обещала рассказать поподробнее, что такое закон о распределенной опеке, как раз о котором сегодня идет речь в Москве. И да, собственно, этот закон сейчас находится между первым и вторым чтением в Госдуме. То есть можно пока вносить поправки в него? Можно, да, но уже такие не концептуальные, как бы, да, вот, но. Да, вот. И это закон, который как раз-таки призван решить вот эту проблему конфликта интересов, когда только интернат может быть опекуном недееспособного человека, проживающего в этом учреждении. Ну, по этому закону, законопроекту, который, если он будет принят, мы рассчитываем, что появится возможность назначения и приоритет будет назначение внешних опекунов, физических лиц, родственников, знакомых, друзей, ну, понятно, прошедших все необходимые проверки в органах опеки, и тогда у людей, ну, мы надеемся, у большинства людей в интернате появятся такие внешние их представители и защитники, которые помогут им решать, ну, все вопросы их жизненные, и в том числе вопросы во взаимодействии с самим учреждением. Вот. Ну и плюс там еще появляется возможность организации становиться опекуном, это тоже вопрос, который волнует многих родителей, например, когда некому передать, как бы, да, опеку над своим уже выросшим ребенком. Вот, и, ну, а есть такие организации, вот, как «Дорога добра», «Перспективы», да, которые, в общем, уже давно и долго опекают такую группу людей, и, возможно, ну, вот, какие-то организации будут брать на себя такие полномочия по опекунству, тоже, если они проходят по определенным критериям, заявленным в законе. Когда планируется обсуждение во втором чтении? Ну, вот в том-то все и дело, что законопроект застрял, его все время откладывают, и сейчас, насколько я знаю, что пытаются из него изъять вот эту часть, которая касается как раз недееспособных граждан. И сегодня, насколько я знаю, Совет по правам человека при президенте обратился к Государственной Думе, к правительству Российской Федерации с просьбой скорейшего какого-то реагирования на этот закон и с просьбой его принять в неизменном виде, потому что я знаю, что родительские организации собрали тысячи подписей за этот закон, и мы очень надеемся, он действительно очень нужен на сегодня, и вот мне часто, я думаю, моим коллегам приходилось слышать такую страшную фразу от родителей, которые воспитывают детей с тяжелыми нарушениями развития, о том, что о чем они мечтают. Они мечтают умереть позже своих детей. То есть вот это про полностью нарушенное вообще естественное... Чтобы пожить? Чтобы... Нет. Нет. Они мечтают, чтобы... Потому что они боятся за судьбу своих детей. Что после будет дальше смерти с ребенком? Да, yeah. Потому что если дети умирают позже, то, вот, представляете, ребенок жил там с мамой до там 35 лет, да, и был обласкан, влюблен, и вдруг мама умирает. Часто это одинокие женщины воспитывают таких ребят, потому что папы не выдерживают, уходят, бросают. Вот. И что? И ребенок попадает в ужасные, суровые условия психоневрологического интерната, где помимо него живут еще там, не знаю, иногда даже тысячи человек.
И я видела, что происходит с этими домашними детьми. Они впадают, как, сколько бы мне было лет, они впадают в депрессивное состояние. И не редкость, что они уходят в первый год жизни, не выдерживают, они не адаптируются. И, конечно, ну, это если не считать еще всевозможных нарушений, которые там происходят, как и в любом закрытом учреждении, как и чем более закрытая система, да, чем более закрытая система, тем больше шансов на то, что там может что-то случиться, то, что не выйдет наружу никогда. Что смущает законодателей? Почему они сопротивляются принятию полного пакета? Если честно, на этот вопрос очень сложно ответить, потому что уже идет очень долгая переписка и с комитетами при Госдуме, и правовым управлением при президенте, и очень много всяких там юридических тонкостей и деталей, но это все тонкости и детали, а концептуально как будто бы даже интересно, что на встрече с некоммерческими организациями в Карелии Владимир Путин и Мария Островская были в диалоге. Мария Островская – это президент «Перспектив», и она как раз озвучила президенту эту проблему, и президент как юрист по образованию сказал, да, конечно, это совершенно очевидная коллизия, такой законопроект нужен. И принятие законопроекта было в поручениях президента там конца 2017 года, если я не ошибаюсь. Август. Да, ну, и тем не менее, да, вот, ну, очень все стопорится. Ну, мне кажется, что просто это настолько, ну, как бы жесткая структура и система вот этих учреждений, и настолько в принципе ясно и действительно очевидно, какие будут большие подвижки, если вдруг сразу там даже у половины или у третьей этих людей появятся внешние вот такие представители. Независимые. Да, и это уже будут не просто волонтеры, которые входят, ну там, да, с ними можно как-то договориться, не договориться, пустить, не пустить, а это уже будут уполномоченные по закону люди, которых нельзя не послушать. И какие последствия это понесет для всей системы социальной, я думаю, более-менее могут себе представить. И мне кажется, что вот здесь, ну, какое-то смысловое и концептуальное понимание, ну, как какой-то шаг огромный, да, вот не дает возможности этот шаг быстро сделать. Вот система не готова, мы понимаем, она сопротивляется, потому что чувствует свою неготовность. А готовы ли общество, волонтеры, НКО, просто люди взять на себя эту роль? Есть достаточное количество уже таких людей? Вы знаете, конечно, когда нас спрашивают о том, как вам кажется, какое количество людей после принятия этого закона получит опекунов, мы так говорим, ну, не знаю, 1000, ну, там, 2000 человек. И нам говорят, вот видите, но этот закон, он в том числе даст возможность, например, делать следующий шаг. А следующий шаг – это организация института профессионального опекунства. Мы считаем, что ничего страшного в этом нет, если, например, у нас будут профессиональные опекуны, которые будут получать заработную плату, у них, например, будет там человек 10-15 опекаемых, и они будут обязаны профессионально делать свою работу, приезжать, смотреть. Своего рода социальное предпринимательство, да? Да, это такие социальные кураторы могут быть. Но это необходимо, необходимо всем людям, недееспособным, предоставить возможность иметь опекуна, не директора интерната. Потому что если этого не будет, то так и будет все продолжаться. Ну, фактически это такое условное рабство, потому что у органов опеки очень большая нагрузка, и, как правило, они не доходят в интернат с контролем. Они приходят в семьи часто, да, к усыновителям, к опекунам, смотрят, наблюдают. А вот в интернаты, там, где у опекуна, у одного, у директора 500 человек недееспособных граждан, он физически не может качественно выполнить свою работу, он не знает по фамилиям, не всех знает, да, они не контролируют его и достаточно поверхностно наблюдают. Ну вот это очень важно нам было отразить юридические аспекты этого вопроса, потому что, правда, я понимаю, какую большую ответственность несут руководители этих учреждений, и даже, действительно, я понимаю, что каждый шаг, который они там делают, двигаясь вместе с вами в этом направлении, для них страшнее, чем для вас, да, страшнее, чем для вас и чем для нас, потому что ответственность очень большая по закону. Большая ответственность. Давайте мы расскажем еще о тех модулях, которые были в семинаре. У нас остается буквально 2-3 минуты, но это очень важно. Потому что вот надо сразу сказать, что юридический модуль и административный модуль очень серьезный. И классно, что удалось нам собрать такую большую компанию людей, которые занимаются непосредственно профессионально. И здорово, что больше половины из них были из учреждений государственных. Совершенно верно. Но был еще волонтерский модуль и был еще педагогический модуль.
А вот что касается педагогического модуля, волонтер у нас уже ушел, мы поздравляем, что они есть. А что касается педагогического модуля, я помню прекрасно, как, когда вы там начинали и двигались по этой стезе, как вы сами ездили, обучались, как вы усваивали эти программы, сейчас уже сами свои собственные разрабатываете. Но вот передача опыта педагогических программ, это тоже очень важно. Да, в этот раз был скорее все-таки волонтерский и какая-то информация для волонтеров, которые не являются профессиональными педагогами, да, а профессиональные педагогические модули у нас будут чуть позже, будет семинар по позиционированию, представители перспектив провели уже у нас семинары по кормлению, по игре, и у нас часть семинаров уже прошли. А то, что касается волонтерства, людям, которые пришли услышать о том, то есть только зарождающиеся волонтерские организации услышали для себя много нового, что вообще волонтеры могут, что существуют, например, пробоно-волонтеры, которые могут помогать своими профессиональными навыками. Ведь волонтерство да. – это не обязательно ехать вместе с вами, да. ехать вместе с вами, что кормить, гулять и прочее. То есть можно сделать и по-другому. Да, юристы, что существует ивент-волонтерство, когда волонтеры могут раз в месяц, например, или раз даже в полгода на больших мероприятиях нам помочь. И есть постоянные волонтеры, которые приходят либо к семьям, к детям из семьи на занятия помогают, либо в интернаты уже регулярно к своим ребятам. Так, давайте сверим часы. Я понимаю, что раз регулярно будут семинары в этом году, то и мы регулярно будем встречаться. Да. Что предстоит нам? У нас остается полминуты. Ближайший семинар у нас будет в марте. Он будет по базальной коммуникации. Вообще мы очень активно развиваемся в плане альтернативной коммуникации и учим другие учреждения. Сейчас мы будем разбираться, что такое базальная коммуникация. И это будет семинар вот именно по коммуникации со самыми слабенькими ребятами. И летом, в июне, будет семинар по позиционированию, адаптации колясок и правильному перемещению людей с двигательными нарушениями. А я в заключение, знаю, что у нас уже не осталось время, просто хочу сказать, что у вас такое важное достояние в городе Кирове, такая организация «Дорогое добро». И я призываю всех слушателей поддерживать эту организацию, становиться волонтерами, зайти на их сайт, найти в интернете и узнать, как им помочь, пожертвовать средства, потому что они на благотворительные средства существуют. И, конечно, сказать, что благодаря этой организации Киров на федеральном уровне, в коалиции организаций, общественных всевозможных институтов, представлены действительно очень большие достижения. И сегодня я почувствовала, что и представители интернатов, они другие. Они свободнее, прогрессивнее и лояльнее, чем во многих регионах страны, за что большое спасибо в том числе и организации «Дорогою добра» и Лене лично. Спасибо. Спасибо, Елена Лянгузова, Екатерина Таранченко, Светлана Мамонова. Мы прощаемся с ними и с вами. Во сколько мы ставим эту программу слушателей? В 11. В 11, то еще не прощаемся со слушателями. Анна Лапшина, Светлана Занько. Всех с праздником 8 марта. До свидания.